Доброго времени суток, друзья! Вы на канале Hardress.info, перед нами Pixel 6, и в этом видеоролике мы вам покажем, как на данном устройстве записать звуки, а также просто протестируем микрофон этого телефона. Для этого нам нужно найти приложение «Диктофон», нажать «Начать», хотим ли мы сохранять наши записи на нашем облаке, я не хочу, и нажимаем на красную кнопку для того, чтобы начать нашу запись. Дальше нажимаем посерединке, чтобы ее остановить. Можем добавить местоположение «Я не хочу». И теперь можем или продолжить нашу запись, или ее сохранить. Нажимаем «Сохранить» и можем ее послушать. Давайте я сделаю громче, потому что вам не будет слышно. Нажимаем на красную кнопку для того, чтобы начать нашу запись. Дальше нажимаем посерединке, чтобы ее остановить. Если нажать здесь, можем найти настройки нашей записи. Нажав на расшифровку, наш телефон может... Нажимаем на красную кнопку для того, чтобы начать нашу запись. Дальше нажимаем посерединке, чтобы ее остановить. Чисто теоретически он должен здесь написать текст, то бишь то, что мы говорим здесь. Но, если я не ошибаюсь, эта функция работает только с английским языком. Или здесь нужно настроить, чтобы телефон распознавал именно русский. Также, зажав эту запись, мы можем ее совсем удалить или отправить кому-то. Больше видео об этом устройстве вы можете посмотреть у нас на канале. Обязательно подпишитесь, поставьте лайки и всего хорошего. До свидания!